Привет, ребятки, вы на канале Ахатина Пэтс. Знаете, кому я несу эти одуванчики и листики свеклы и салата? У меня есть беременные улитки, и я пришла у них убирать, и вам сейчас хочу показать. Это не те беременные улитки. Захожу в контейнер, поднимаю мох, и здесь вот такой вот сюрприз. Яйцо одно, походу пробное, такое беленькое, красивенькое. Мне кажется, пробное должно быть как жировик, но это далеко не жировик, так как оно в скорлупе, все как должно быть. Я не знаю, оставлять мне его как кладку или все-таки высушить, перемолоть в кальций смесь. Не знаю, подскажите, может кто-то знает, с таким стыкался, то есть как бы может у кого-то вылуплялись эти яйца. Вот, я им уже положила еду. Я не планировала снимать это, но думаю, так как есть интересная тема для обсуждения, могу вам показать. Вот, улиточки мои, сутики, уже кушают. Также я положила всем это улиткам, так вот мои маргинаты. Вот столько контейнеров я уже обслужила. В целом, кто не знал, у меня 6 видов улиток. Вот такие вот контейнеры, когда они стоят вместе, они такой большой, массивной горкой стоят. Извиняюсь за свой хриплый голос, потому что у меня сейчас болит горло. Да, я посреди лета умудрилась заболеть. Ну, это нормально, лечим сейчас, чаёк пьём. Вот эта улитка. Хотела вам показать, беременная ли она. И, как видите, яиц внутри нету. Извиняюсь, это не эта улитка, это вторая от пары. Сейчас посмотрим вторую улитку. Вот такой красивый большой улитёнок мой. Вот яйцо. Я положила в такую капсулу. Туда мха, мох предварительно обшикала. Так, достаточно-таки много воды дала. Вот мои малышки, которые на броне, 2 штучки. И мама кушает. Также обшикала водой. И еще добавила мха. Ложим к моим остальным кладкам. Вот мои 2 кладки здесь. Там снизу кальций смесь. И есть вот эти вот яйца пантерок, которые уже видно, что никто из них не вылупится. Как улиточки маленькие пообъедали кожуру с тех яиц. И вот можете видеть, что у них есть недоразвитые улитенки, которые видно всего, что перемерзли и умерли. Вот эта улитка. Сейчас посмотрим, нету ли у нее яиц. Так, если у нее нет яиц, значит это пробное яйцо. И, возможно, в скором времени нам что-то сделает кладку. Ну вот, нету ничего. Садим кушать. Не знаю, расстроена я больше или все-таки счастлива, что у меня не будет нового потомства, которое нужно или морозить, или раздавать. Скорее всего, что я бы эту кладку не оставила, так как все-таки мне нужно раздать еще моих хектерик, моих сутиков. И это довольно-таки муторная работа. Так как человеку хотела помочь, и человек со мной такую злую шутку сыграл, скажем так, что за проблема, расскажу, возможно, в следующих видео. Если хотите, пишите в комментарии. У меня в последнее время, последних 2 дня, очень плохо залетают видео в рекомендации. Возможно, кто смотрит это видео, подпишитесь, пожалуйста, кто досмотрел до этого момента. Мне немного печально от этого, также я болею. Я не хочу снимать сейчас видео, но так как я понимаю, что нужно, мои 160 человек меня смотрят. Вот у нас побег. Кто мог заметить на начале видео, где я рассказывала, что у нас происходит. Здесь мои маргинаты. Я их только что покормила и поставила наверх. Думаю, пусть стоят. И только вам показала свой хектарик, вот одна вылезла. Здесь мои беременяшки живут. Это Ахатина ретикулята альбина боди. Вот такие мои красивые. Они маленькие, но я очень люблю этот вид. У меня было много улиток этого вида. У меня были и черноголовые, и стандартики. Извиняюсь, стандарты, черноголовые, это вполне то самое. И альбиносы, и черноголовые. Они беременны, мне ничего не хотят кушать. Я им вот положила салатик и морковь. Морковка пусть лежит, не портится, салат не скушали. Также им положила свеклу, листик свеклы и салатик. Ну, морковка пусть лежит. Вот моя беременная. Возможно, сейчас покажу яйца их. Беременным я очень много сыплю кальция. У меня не кальций, зерна смесь, как у Марины Стих.
У меня просто кальций, у меня травы и отдельно у меня белковая подкормка. Так как я слышала, что из-за зерносмеси могут быть падение внутренних органов у улитки. Вот, видно, что у этой улитки есть яйца. Внутри они еще не очень развиты для того, чтобы она их снесла. Но надеемся, вот скоро они будут. За один день они очень сильно подросли, прям вот очень сильно. Они были маленькие буквально два дня назад. Вчера мы смотрели, тоже было так неплохо. А сейчас они такие большие, где-то плюс-минус до следующей недели у нас будет кладка. Вот так вот, кушаем морковку, так жадно, чтобы никто не увидел. Мы надеемся, эта улитка что-то покушает. Не могу быть полностью на этом уверена, но очень сильно надеюсь, что она будет кушать, так как нужно кальций и белок для развития яиц внутри ее. Прошу, ребятки, на меня подписаться. Всех люблю. Смотрите другие мои видео. Всем пока-пока.